Высок уровень младенческой смертности в регионе. Об этом заявил министр здравоохранения области на Всероссийской научно-практической конференции, которая проходит в Саратове. В России участились случаи, когда беременность протекает с плацентарной недостаточностью. Эту проблему обсуждают профессоры медицины из Германии, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда. В числе прочих вопросов – синдром задержки развития плода. Ребенок, рожденный с таким синдромом, впоследствии может страдать болезнями сердца, диабетом, нарушениями мозгового кровообращения. Причиной часто становится преждевременно деградирующая плацента. В результате после 28 недель беременности, когда плод начинает интенсивно расти, он вступает в конфликт с плацентой. Саратовские врачи считают, что такую патологию нужно стараться выявить как можно раньше, наблюдать этих рожениц с особым вниманием и не перегибать палку, выдерживая привычные сроки беременности. Окончание беременности не всегда происходит вовремя. Кстати, и доктора в этом помогают. Основное лечение у нас как бы только политики. Он хочет завести матку, вот, а мы-то политики назначаем. Он стремится выйти во внешнюю среду, потому что там плохо, дискомфорт полный. А мы-то политиками его там держим. То есть мы там удерживаем его в этой темнице для того, чтобы он погиб. Вот в чем столько поступлений мертворожденных у нас много по Саратовской области.